Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Компанию, заморозившую строительство жилого дома, могут признать банкротом. Речь идет об акционерном обществе «Северо-Восток Энергострой», сообщает портал РИК Киров. Компания начала строительство жилого дома по адресу улица Сурикова, 39, корпус 3, и заключила 89 договоров с дольщиками. Общая стоимость проданных квартир составила 136 миллионов рублей. На строительство дома при этом, по данным Генпрокуратуры, было потрачено 97 миллионов. Остальные деньги ушли на иные цели. В связи с этим на руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Дом должны были сдать в четвертом квартале 2015 года. Срок сдачи продлевался 4 раза. Владельцы до сих пор не получили ключи от своих квартир. С заявлением в арбитражный суд о признании компании банкротом обратился банк-кредитор. Первое заседание по делу назначено на 13 июня. Дайджест недвижимости. У жительницы Слободского арестовали земельный участок из-за долгов за свет. Сотрудники кировского филиала «Энергосбытплюс» отмечают, что такие меры используются в крайних случаях. За электричество женщина не платила несколько месяцев и накопила долг в 16 тысяч рублей. Никакие предупреждения не повлияли на то, чтобы задолженность была погашена. Тогда энергетики обратились в суд, и судебные приставы, исполняя его решение, арестовали земельный участок, принадлежащий женщине. Отмечу, оценен он был в 35 тысяч рублей, а это в 2 раза больше суммы долга. Дайджест недвижимости. Названа стоимость всей недвижимости мира – это 228 триллионов долларов или по сегодняшнему курсу почти 13 квадриллионов рублей. Подсчеты сделали специалисты Международного агентства недвижимости «Savills». При этом в компании уточнили, что за год стоимость мировой недвижимости выросла на 11 триллионов долларов. В начале 2016-го сумма равнялась 216 триллионам. 3/4 стоимости мировой недвижимости приходится на жилье. Наиболее высокая цена на жилье в Северной Америке и Европе, самые низкие цены в Африке. Отмечается, что недвижимость стоит больше, чем все мировые ценные бумаги, акции, облигации и другие. Их совокупная стоимость составляет 170 триллионов долларов. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.